Раздача токенов Epic от биржи KuCoin за ответы на 5 вопросов. Возможность трудоустройства в криптопроект Say путем продвижения по программе для амбассадоров. Розыгрыш USDT и NFT от проекта Wizardia с хорошим шансом на выигрыш. Всем привет! Я Саня, и это еженедельная выжимка самых актуальных возможностей заработать в мире крипты. Надеюсь, вы уже готовы получить целую порцию полезной информации. Ведь мы начинаем! Наше первое событие идеально подходит для новичков крипторынка, которых интересует один вопрос. Можно ли зарабатывать в крипте без вложений? Криптовалютная биржа KuCoin анонсировала промо-кампанию совместно с проектом Epic Prime, во время которой будет разыграно 26 тысяч долларов в токенах Epic. Всего представлено 3 возможности поучаствовать в розыгрыше. Нас же интересует первое, где 2500 пользователей получат по 2 доллара за ответы на 5 вопросов о проекте Epic. Первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться на бирже KuCoin, если вы там еще не зарегистрированы. Ссылку на биржу я оставлю в описании. После регистрации на бирже переходим в эту форму, где нас просят ответить на 5 вопросов и указать ID своего биржевого аккаунта для начисления призов в случае выигрыша. Ответы на вопросы вы можете видеть на экране. Создатели формы позаботились о новичках и прикрепили анимацию, как найти свой пользовательский ID на бирже. Поэтому с поиском проблем возникнуть не должно. Внимание! Форму можно отправлять больше одного раза. Таким образом можно повысить свои шансы на победу. Также не забывайте расширять свою базу аккаунтов на различных площадках, в том числе и на биржах. И по возможности задействуйте друзей для регистрации и участия в подобных мероприятиях. Вы могли слышать о том, что 31 августа сеть Arbitrum ждет обновления с кодовым названием Nitro. А это, в свою очередь, значит, что компания Odyssey уже не за горами. И я рекомендую начать прогревать свои кошельки уже с сегодняшнего дня. Для этого хочу познакомить вас с площадкой Guild, которая имеет партнерство с большим количеством крупных проектов и позволяет пользователям получать различные роли в Discord проектов за взаимодействие с экосистемными продуктами. Команда проекта Arbitrum предлагает 8 заданий, за выполнение которых мы можем получить соответствующие роли. Если вы выполнили хотя бы одно задание из Odyssey, вы уже можете претендовать на свою роль. Давайте на примере задания от Treasure Fam я покажу процесс получения роли в Discord. Видим 3 критерия для получения роли. Наличие на нашем кошельке минимум 1/1000 токена Magic, или владение Small Brain NFT или Small Bodies NFT. Цена одного токена Magic сейчас составляет 88 центов, и мы уже можем сделать вывод, что дешевле всего роль нам обойдется, если мы просто-напросто купим крошечную долю токена Magic. Чтобы купить токен Magic, нам нужно иметь несколько долларов в эфире в сети Arbitrum. На площадке Uniswap ищем необходимый нам токен Magic и вписываем в размер покупки 1000. После чего нажимаем на кнопку Swap и подтверждаем транзакцию в кошельке. Вернувшись на площадку Guild, видим, что мы успешно выполнили критерий для получения роли. Для того, чтобы ее непосредственно забрать, кликаем по зеленой кнопке Join Guild to get roles. Сейчас нам нужно подвязать свой Discord аккаунт к площадке Guild. Нажимаем на кнопку Connect. Подтверждаем авторизацию, нажав на синюю кнопку Authorize. Далее по ссылке в описании переходим на Discord сервер Arbitrum и в канале Start Here в публикации за 2 августа нажимаем на кнопку Join Arbitrum. Видим системное сообщение, свидетельствующее о том, что мы выполнили необходимые критерии для задания Treasure Fam, и нам была выдана соответствующая роль в Дискорде. Мое шестое чувство подсказывает, что наличие этих ролей может быть использовано в качестве мультипликатора после окончания кампании Odyssey. Вполне возможно. То есть, размер дропа за успешное прохождение Odyssey может быть увеличен для тех, кто выполнил все задания на площадке Guild и получил за них роли в Дискорде. Поэтому категорически запрещаю упускать эту возможность тем, кто ждет и будет участвовать в Одиссее от Arbitrum. Да, я понял. Долгожданным обновлением своих пользователей решила порадовать не только команда Arbitrum, но и команда Krypton. Последний год наша команда работала над тем, чтобы уйти от теоретической Krypton Академии к практическому прайму, где все инструменты для заработка будут собраны в одном месте. Апдейт сообщества пройдет в 5 этапов, где каждый этап будет изменять ключевое направление Krypton Prime, начиная с общего редизайна и заканчивая совершенно другим подходом к подаче контента для всех типов криптопользователей. Дабы сохранить интригу, предлагаю вам самим следить за всеми обновлениями, которыми мы будем еженедельно делиться в телеграм-канале Krypton. Ссылки на наши медиа и инструменты я, как всегда, оставлю в описании. Звучит круто, не отнимешь. Давненько в своих выжимках я не делился актуальными амбассадорскими программами. Но вот на днях мне попалась очень интересная программа,
которой я решил поделиться с вами. Программу запустил проект Say, блокчейн первого уровня, который стремится улучшить DeFi инфраструктуру. Построенный на Cosmos SDK блокчейн со встроенной книгой ордеров расширит потенциал децентрализованных деривативов и опционов. 8 августа команда проекта анонсировала запуск программы амбассадоров, состоящей из 6 уровней с различными наградами для каждого уровня. Первую роль с названием «Моряк» можно получить за проявленную активность в Дискорде и Телеграме проекта. Вторая роль достигается путем получения 7 уровня в Дискорде. Дальнейшее повышение по карьерной лестнице требует создания уникального контента и других типов заданий повышенной сложности. При достижении роли адмирала амбассадор фактически становится членом команды, и проект официально трудоустраивает амбассадора. На пути к роли адмирала амбассадоры ожидают бонусы в виде эксклюзивной информации от команды, посещений закрытых мероприятий и конференций, финансовых поощрений, размер которых не раскрыт, грантов для амбассадоров, представителей проекта и грантов для повышения своих навыков. И, как я упомянул ранее, роль адмирала можно приравнять к работе в Say на полную ставку. Готовы ли вы проделать заведомо долгий и трудоемкий путь, чтобы воплотить свою мечту работы в криптопроекте на фулл-тайм? Решать только вам. Смекаешь? Аналогичные возможности в рамках амбассадорских программ можно сосчитать на пальцах одной руки. Кстати, если вы помните, то в своем последнем ролике данной рубрики я рассказывал о глимформе от проекта CDFi с возможностью выиграть $700 за выполнение простецких заданий в соцсетях. Так вот, уже в момент записи этого ролика команда выложила результаты розыгрыша, и я не мог вас об этом не уведомить. 40 выигрышных кошельков команда разместила в Excel-таблице, ссылку на которую я оставлю в описании. Я, к сожалению, в пролете. Да уж, слезы наворачиваются. Но надеюсь, что у вас ситуация получше, и вы обязательно найдете свой кошелек в списке. Азартным зрителям приготовиться! Ведь сейчас мы будем совмещать приятное и полезное. VenueOne — это децентрализованный протокол прогнозирования спорта, финансов и любых других мероприятий, построенный на блокчейне Algorand. Выигрывает ли Манчестер Премьер-лигу? Опустится ли USDT до 99 центов до конца августа? Поднимет ли ФРС ставку больше, чем на 75 базовых пунктов на заседании в сентябре? Прогнозы на эти и еще больше событий вы сможете сделать на площадке Venue. Проект находится в тестовой фазе и приглашает заинтересованных присоединиться к тестированию. Команда указала, что самые активные участники тестнета будут добавлены в список на airdrop токена Vena. Сам тестнет достаточно прост, и команда неплохо постаралась над созданием детального руководства и рубрики ответов на часто задаваемые вопросы. Ссылку на руководство я оставлю в описании к этому видео, а если у вас возникнут вопросы, буду ждать их в комментариях. Совсем недавно мы регистрировались в сейл первой в сети Ethereum NFT коллекции Izu на маркетплейсе Magic Eden. Как команда анонсировала дополнительную возможность. В связи с расширением функционала платформы, Magic Eden открыли набор в закрытый бета-тест. Для подачи в тестеры нам нужно заполнить простую форму. В первом поле указываем свое имя. Во втором оставляем адрес электронной почты. В третьем и четвертом наши юзернеймы в Твиттере и Дискорде соответственно. В поле ETH Wallet Address указываем адрес кошелька стандарта ERC-20. И на последний вопрос отвечаем так, как указано на скриншоте. Думаю, те, кого отберут закрытую форму, фазу тестирования могут претендовать на очень достойные награды. Поэтому не забываем регулярно поглядывать в свою почту, ведь именно туда придут результаты отбора. А завершим мы сегодняшний выпуск щедрой глимформой, шансы на победу в которой есть у каждого. Розыгрыш анонсировала Play to Earn NFT метавселенной Wizardia. Механика и прорисовка игры, а также довольно необычные персонажи смогли привлечь 110 тысяч пользователей в твиттер проекта и поддержку от целого ряда немалоизвестных фондов. Перейдем непосредственно к тому, что и как разыгрывает команда проекта Wizardia. Итак, всего будет 58 победителей, 40 из которых заберут 25 USDT каждый, 8 получат NFT стоимостью $225, 9 получат NFT редкого мага стоимостью $77, и одному счастливчику достанется эпическая NFT стоимостью $777. Процесс выполнения заданий до неприличности прост. Задания, помеченные синей галочкой, как выполнены, не проверяются и засчитываются лишь за нажатие по ним. Вторая половина заданий заключается в ретвитах и подписках на твиттер-аккаунты. Весь процесс у меня занял где-то минут 5. Ни на что не намекаю, но мне кажется, что это хорошая компания, чтобы задействовать твиттеры своих друзей. А на этом у меня все. Понравилось данное видео? Можете поддержать его лайком и подпиской на канал. С вами был Саня, до скорых встреч!